Турнир проходил целую неделю. Команды играли по круговой системе. Самым эмоциональным оказался последний день соревнований. Разыгрывались призовые места. Особенно переживали болельщики. Я пришел поболеть за девочек из второй школы. Пришел сюда со своей девушкой. Игра очень жесткая. Да, слабины никто не проявляет. Установка накаленная. Команды юношей из 4-й и 1-й школ разыгрывали первое место. Лидировала команда 4-й. Победа доставила ум и впечатление. Также мы получили определенный опыт, над которым будем работать. И впоследствии будем играть все лучше и лучше. Среди девушек лидирующую позицию заняла команда школы номер 2. Нам эта победа далась не очень-то легко. Мне очень понравилось, очень впечатляюще. Капитанам команд победителей вручили переходящие кубки турнира. Также в этом году впервые были подсчитаны общекомандные результаты. Кубок за первое место получила команда средней школы номер 1, второе место – команда школы номер 2 и кубок за третье место – команда 4-й школы. А тренеры, которые готовили команды к турниру, были отмечены памятными подарками.